крышечки. 155 крышки. Вот яичко. Яички как горошек. Да, яички как горошек. Лук 35. Старая картошка. Это новая картошка, молодая. Рыбка такая, прелесть рыбка. Дрожжи. Кофе. Сейчас хлебушек вырушит. А ты вас с большими фурами привозят хлеб, да? Или маленькую гоните? Так, любопытно. На велосипеде. Нет, тут машины же ездят. Я же говорю, вот этой маленькой. Да. А я думала, большую гонят, а тут да. Уже. Понятно. Вот это она едет. Капец. 200 с лишним километров. Так хлеб дешевле, чем Дружковский был. Я был первым, а оказался последним. Движение такое сегодня. Все продуктовые машины проехали уже. Сейчас народ начнет за хлебом ехать. На велосипедах и пешком. Здравствуйте. Приветствую. Полноградский хлебушек. Получается дешевле, чем у нас здесь рядом выпекали. Дружковки. Дружковка выпекала на газу. И из Павлограда привезти 20-21. Потому что там на электричестве выпекают. Так вот. Выгодно. 200 с лишним километров к нам везти. Купила я все-таки пачку крышек. Вот. Были 125. Это последнюю упаковку я взяла. Потому что консервация все равно никто не отменял. Зима спросит потом, как говорится. Купила кильки, дрожжей самой. Сами же хлеб печем часто очень. И ведро картошки. Сегодня у нас жарим картохи.